knows I could love you from the very start. Maybe. Жить активно и энергично, узнавать и осваивать новые виды спорта – вот девиз современных людей. И сейчас нам это докажут любители уличной гимнастики. Смотрим показательные выступления по воркауту. Аплодисменты нашим участникам! Количественные подтягивания. Три, да? Пять! Шесть! Семь! Восемь! Девять! Десять! Аплодисменты! Простое классическое ФПС весом. То есть гиря 16, 24, 32 килограмма. То есть вот это Белгород, Курская область, Воронежская. Но Воронеж многократно победитель призер.
Ну а куда-нибудь планируешь подальше планируешь дальше ехать? В Москву там взять, я не знаю, за границу, к каннибалу этому. В мыслях есть на ОКП с весом переходить, но будем думать. Потому что учеба, работа и так далее. Каннибал, кто не знает, это есть такой знаменитый воркаут. Фестиваля сборная страны. Самое чистое исполнение. Благодарность вручается Минину Евгению. Евгений, ну пойдем. Видели мы тебя, помним мы тебя. Благодарность. И, конечно же, сертификат и приглашение в IMAX. Самый оригинальный фристайл. И кому же? Салюкову Алексею! Да? Да. Меня тоже. Самый оригинальный фристайл. Нокаут в рамках фестиваля. Третье место. Штамарову Руслану. Китайский бокс! Поздравляю тебя! Третье место. Саратов Денис! Ну что ж, это наш великий дружище с Росоши. Мы рады, что ты к нам приехал. Минину Евгению, который занял второе место в этой дисциплине. Минин Евгений, ты бы мог далеко не уходить, собственно, да? Шеплевому Александру! Второе место! Что же дальше? Победителю в соревнованиях по общей физической подготовке на площадке «Баркаут» фестиваля ЦПО сборной страны вручается Тимофееву Владиславу! Молодец, Влад! Ну что ж, удивляет нас на каждом соревновании. Первое почетное место. Рабу прекрасные на... результаты. И до 17 лет Чурсанову Максиму! Встречаем! Поздравляем тебя, дружище! Вручается призеру дисциплины фристайл на площадке «Баркаут», занявшему третье место Саратову Денису. Саратов Денис, а ты думал бы тебе одни диплома оставить? Второе место дисциплины фристайл, площадка «Баркаут», центр галереи Чижова, сборная страны. Победил Домиков Виктор. Ну а сейчас победитель. Дисциплина фристайл. Площадка «Воркаут», центр галереи Чижова. Спортивный фестиваль Центрального федерального округа. Сборная страны. Первое место. Гребенников Олегу! Давай, Олежка, не стесняйся, на первое место. Вот он, поздравляю. Приглашение в Симбабан. Несколько сертификатов и благодарность за первое место.